Так, доброе утро, дорогие друзья, шалом, бонжур, хелло. Мы продолжаем изучать Мишлей, 15 глава, Тора, притчи царя Соломона. По-разному называют это произведение Мишлей. Мишлей – это Машалим. Машалим – это примеры переводится, да? Максим Перенчук, он первый. Василий Альшанский, всем шалом, бодертов. Так, отлично. Значит, шалом, Георгий Нивня, все, Яков Шатадин. Отлично, хорошо. Значит, мы сегодня, уже мы, кстати, приближаемся к Шавуоту, будет сейчас день дарования Торы. Как раз очень важно вот осознать прям важность этого дня, потому что это был такой момент проявления Всевышнего в этом мире. Проявление Создателя мироздания в этом мире, такого вот проявления Создателя в этом мире и формализация взаимоотношений с Ним. То есть Тора – это то, что от Него пошло знание, и когда ты его воспринимаешь, то ты соединяешься со Всевышним. Это великая вещь такая. И мы сейчас изучаем Тору, письменная Тора, это входит в Писание. Есть Тора, это Пятикнижие Моисея, то, что он записал, Невиим, это пророки, и Ктувим, это Писание. И вот мы сейчас находимся в Писаниях, в Мишлей, и 22-й отрывок в прошлый раз мы изучили, там была очень важная вещь, что разрушает замыслы, тот, кто раскрывает тайну, то есть, и мы выяснили, как он разрушает свои замыслы, если он рассказывает свои замыслы тем, которые их разрушают. Есть люди, которые, они не верят в то, что можно что-то сделать в этом мире, они не верят в то, что есть удача, что Бог может сделать все, что угодно. И эти люди, которые в это не верят, они, когда ты им рассказываешь свою идею, они могут позавидовать, они могут сказать, это нереально, это не получится и так далее. И получается, что они как бы тебе желают, чтобы у тебя не получилось. И поэтому говорится, что не раскрывая свои замыслы, чтобы их не разрушили, но Беров Йоатим, когда есть много советников. Советники – это специальные люди, которые знают и которые умеют советовать, и они могут тебе правильно подсказать, как реализовать твой замысел, значит, наоборот, написано «Беров Йоатим Такум». Наоборот, замысел, он реализуется, если ты советуешься с правильными людьми, которые тебе подскажут, как его реализовать, твой замысел. Все, с этим понятно, да, это был 22-й отрывок. С днем рождения, да, Светлана, с днем рождения, чтобы свет это ор, то есть, чтобы было много света у Светы в жизни, светлого света у Светы, чтобы было. И, значит, 23-й отрывок мы сегодня начинаем. Да, благословение желаем Светлане. Значит, 23-й отрывок. Симха ляиш бэмаане пив. Значит, радость для человека бэмаане пив в ответе его рта. Ведавар бэйто матов. И слово вовремя, что может быть лучше слова вовремя? Значит, смотрите, как мудрецы объясняют этот отрывок. Это очень-очень часто он встречается, его объясняют, очень много этот отрывок упоминают. Значит, здесь есть симха ляиш бэмаане пив. Значит, что такое симха? Симха, радость. Это чувство, которое возникает у человека, когда все складывается так, как он хочет, так, как он задумал, или лучше этого. И когда у человека все складывается так, как он хочет, то есть у него в голове все совпало с тем, что он получил в реальности, тогда он радуется. Теперь говорит нам царь Соломон, что эта радость, она возникает бэмаанэпив, когда человек, то, что человек себе говорит, то в нем и работает. Вот смотрите, интересная вещь. Написано прямо в Шулхан Арухе, в сборнике законов, написано, что хаяв, должен человек, прям должен, ливарех аль-ара мо аль-атова. То есть должен человек благословлять на плохое, как на хорошее.
И это очень интересно. Как можно благословлять на плохое, как на хорошее? Это же, ну, странная вещь, да? Но верующий человек, он понимает, что все хорошее. Все, что Бог делает, все он делает к лучшему. Рассказывает известную историю, как один был богатый еврей, и он был все время недоволен своей жизнью. У него все время там то у него не хватало, здесь не хватало. Проблемы в семье, проблемы какие-то на работе. Все, и он был очень богатый, но он не, ну, как бы не умел радоваться. И он пришел к своему раввину и говорит: вот, Рэбе, научите меня радоваться, не могу радоваться. И вот я главное, говорит, почему я не могу радоваться, я не понимаю вот эту вот мишну, что должен человек благословлять на плохое, как на хорошее. Я не понимаю замысел, как можно благословлять на плохое, как на хорошее. Вот ну как, если это плохое, это плохое, если это хорошее, это хорошее. Как я могу благословлять Бога за плохое? Ему его раввин говорит: вы знаете, говорит, я вам не могу это объяснить, но съездите, есть такой праведник, Рэб Зуси его зовут. Рэб Зуси, он живет в Аниполе. Съездите к нему, он вам объяснит. И он едет в этот Аниполь, начинает искать этого Рэб Зуси. Этот Рэб Зуси живет где-то на окраине, в каком-то покосившейся старой землянке. Он еле нашел это место, лужи, грязь. Он туда, еле он туда долез, до этого Рэб Зуси. Заходит к нему в дом, смотрит, такая бедная, земляной пол, дети голодные, все, значит, ну вообще, вот такая, ну просто мрак. И он ему говорит, а этот Рэб Зуси сидит, читает псалмы и сияет, и смеется, и радуется, ухахатывается, ему все весело. Он его спрашивает, говорит: вы Рэб Зуси? Он говорит: да, я Рэб Зуси. А, довольный, счастливый, говорит, вообще, да, я Рэб Зуси. Он ему говорит: а скажите, пожалуйста, меня раввин послал, чтобы вы мне объяснили, как можно благословлять на плохое, как на хорошее. Рэб Зуси говорит: я не знаю, у вас такой раввин смешной, говорит, вообще просто обхохочешься. Я не понимаю, чего он вас ко мне послал. У меня в жизни ничего плохого не было никогда. У меня как, откуда я знаю, как благословлять на плохое, как на хорошее? У меня-то плохого никогда не было. Я самый счастливый человек на свете. У меня плохого ничего не было. И вот эта, мне кажется, история, она иллюстрирует вот этот вот отрывок 23 в 15 главе. «Симха ляиш бэмаанэ пив». То есть радость у человека возникает, когда от того, как он отвечает, что он говорит себе о жизни, о ситуации, о другом человеке, о Светлане Карачевой, да, которая говорит «Амэнь». То есть симха, радость возникает, когда... именно от того, как человек интерпретирует реальность. И тот, кто интерпретирует реальность, он понимает, как бы он взял вот идеологию Торы. Что говорит идеология Торы? Она говорит: все от Бога, Бог хочет добра. Иногда Он дает тебе добро путем, который тебе не нравится. Он тебе дает добро через, не дай Бог, даже вот коронавирус. Да? То есть для меня это было время осознаний, пониманий. Там я много, долго хотел переехать в Израиль, вернуться. Все время жил там то в Киеве. И сейчас я, оп, коронавирус, я в Израиле. Но это было тяжело, то есть это было через страдания. Если, например, начинаешь тренироваться, болят ноги, тоже через страдания. А обычно человек когда начинает тренироваться? Когда заболевает, не дай Бог. И вот иногда Бог нам дает добро, но путем, который нам кажется злом. Но если ты же понимаешь, что все от Бога, и все от Бога, все, и даже если тебе кажется какая-то неприятность, Он тебя учит, Он тебе объясняет, Он дает тебе возможность какой-то снять с себя грех, который ты сделал, и так далее. Когда ты это понимаешь, и ты начинаешь Бога за все благодарить, тогда у тебя появляется симха, радость. А когда у тебя появляется радость, то тогда ты притягиваешь в свою жизнь радость. Все. Значит, симхали ишбы манапив, это начало, ведавар бейто матов. И слово бейто вовремя, как хорошо. Теперь вот тут и возникает, как бы, вторая часть, она помогает первой. По-настоящему радоваться в этом мире может только человек, который значит, он верующий, он понимает, что смерти нет, что впереди у него вечная жизнь, что Бог его любит. То есть только в этом случае человек может по-настоящему радоваться, не бояться. У него как бы, а чего ему бояться? Сейчас он живет на земле, потом он умирает, потом у него рай. После рая воскрешение из мертвых, потом вечная жизнь. Отлично, ну прекрасное будущее впереди, да, вечное. В настоящем, что человек верующий? Он знает, Бог обо мне всегда позаботится, даст Бог день, даст Бог пищу.
То есть все как бы верующий человек, у него радость и внутри должно быть вот состояние такого благополучия, постоянного благополучия. Как говорил царь Давид, одна из любимых моих вот псалмов, что «Гамти элех бегей цалмавы». Даже если я буду идти долиной смерти, «Лой рара, не случится со мной зла, не увижу я зла, киата и мади, ты со мной». То есть он Богу говорит, я знаю, ты всегда со мной, я пройду через любые там неприятности, которые кажутся неприятностями, потому что в итоге будет все хорошо. И когда человек верующий, у него есть... Откуда он все это знает? Из Торы. Он же не может это сам выдумать про Бога, не может сам выдумать, что Бог надо благословлять на хорошее, как на плохое, как на хорошее. То есть это все можно только выучить из Торы. Вот мы учим сейчас Мишлей. Если это понять, запомнить, и оно внутри появляется, вот такое отношение к миру, такая модель мира, то ты все время довольный и радостный. И вот здесь как раз во второй части 23-го отрывка идет подсказка. Давар байто, когда у тебя в нужный момент всплывает слово Бога, слово Торы в голове, которое ты запомнил, это как прекрасно. То есть как прекрасно, когда ты в нужный момент вспомнил и не вспыхнул, не разгневался. Как прекрасно, когда ты в нужный момент разгневался, когда надо, иногда надо показать гнев, чтобы для исправления человека там, и так далее. То есть написано, что жесток тот отец, который не наказывает своего сына. И если ты позволяешь сыну идти по наклонной дорожке, то это жестокость, это не добро. То есть иногда отец должен показать свое наказать и даже крикнуть иногда, да, чтобы поставить ребенка, сына на правильный путь. В Торе даже есть глава, как когда сын становится сурер вэмурэ, то есть когда он становится восстает против родителей и становится вор, пьяница там, и так далее, ворует, написано, что родители должны его отвести к судьям, сами родители, и судьи должны ему предупредить вначале, а потом, если он не справляется и продолжает воровать, бухать, и значит, эти деньги именно тратит на алкоголь и на мясо, то есть показывается, что он не остановится, то есть это человек, которым руководит его животная сущность. Так Тора говорит, его надо убить, такого подростка, да, потому что иначе он вырастет и выйдет на дорогу, и будет грабителем, и убьет других людей. Хорошо, еще раз, значит, радость человеку от того, что он говорит и думает, от того, как он воспринимает мир. И давар бы и то, когда он вспоминает слово Бога, Тору, в нужный момент, как хорошо, чтобы в нужный момент вспомнить нужный закон. Потому что в каждой главе Мишлей примерно 30, там 20 разных законов. 30 глав по 20 законов, 31 глава по 20 законов. Это 600 законов, только психологических, идеологических законов находится в Мишлей. Около 600 законов. Есть 613 заповедей, это совсем другое. 600, то есть человек... Когда учит Тору, у него появляется как программное обеспечение, как взаимодействовать с собой и с миром. Дальше. 24-й отрывок звучит так. Ора хаим лимала лимаскиль. Значит, путь жизни вверх для разумного. Лиман для того, чтобы сур мишеоль мата. Для того, чтобы отодвинуться от преисподней внизу. Значит, очень интересный отрывок. Вот смотрите. Значит, орахаим, путь жизни, лимала лимастиль. То есть вверх идет человек, который разумный, благоразумный. Что значит идти вверх? Духовный рост, духовное развитие, преодоление. Вверх идти в гору всегда тяжело. Но мастиль благоразумный, он себе говорит, ну слушай, я или, какой у меня вариант? Или вниз, в преисподнюю, в могилу, в ад. То есть катиться под горку легко, но в итоге плохо. Теперь, а вот когда ты идешь вверх, тебе тяжело, но ты спасаешься от вот этого ада, который ждет, когда ты катишься вниз. Вот и весь выбор. То есть благоразумный понимает, что все в этом мире дается с трудом. Есть пиркейавот. В пиркейавот мы учили, что аверац ахарей мицва, беги за мицвой, беги за заповедью. Вебуреах мина авера, и убегай от преступления. Получается, что заповедь, она от тебя убегает, ты должен за ней лезть, бежать за ней, хватать ее, это тяжело. Но ты через заповедь, ты переходишь на следующий уровень в своем развитии. Это как цыпленок, чтобы он вылупился из яйца,
он должен это яйцо изнутри разбить. Если ему разбить это яйцо, то он не сможет дальше жить. Ему нужно вот это усилие, которым он разрывает это яйцо, нужно, чтобы у него там все тело включилось. Но если он это усилие не делает, то у него внутри не включается какой-то предохранитель, и он дальше, этот цыпленок, не может жить. То есть вот этот вот момент преодоления, он всегда идет как будто бы как преодоление сложности. То есть все в этом мире хорошее дается через сложности. Все самое лучшее дается, чем больше страдания, тем больше награда. Тоже в Пиртке Авот мы учили, липум цара агра. Чем больше страдания при выполнении заповедей, тем больше награда. Когда ты над чем-то поработал и получил, ты радуешься. Когда тебе дали это как подачку, оно намного меньше приятно. Именно поэтому, кстати, Бог так сделал этот мир, чтобы только те, кто работают над своим духовным ростом, выполняют заповеди, преодолевают свою животную натуру, только те и зарабатывают себе вечную жизнь. Хотя Бог хотел всем дать, но потом это тогда не является приятным, да? То есть это называется хлеб позора, как вот в Талмуде так сказано, что когда дают подачку, это как позор. Когда ты заработал, тогда это круто. Вот. Поэтому еще раз 24 отрывок. Путь благоразумного, путь жизни, он вверх. Для того, чтобы уклониться от ада, от преисподней, который вниз. Скатиться под горку намного легче. Но в итоге плохая концовочка. Плохая концовка, да. Хорошо, дальше. И 25-й отрывок, он звучит так. «Бет геим исах ашем, веяцев гвуль альмана». Значит, дом гордецов и надменных Исах Ашем, он опротидывает. То есть Бог, он опротидывает дом гордецов. Веяцев гвуль альмана. И он установит границу для вдовы. Что это значит? Значит, Лифней Шевер Гаон, тоже в Мишле написано. То есть люди, которые говорят, я... Кохи воцем яди асули коль хаэльзе. То есть сила моя и мое там мастерство, все, сделали мне все вот это вот. Хаэль это... Ну все, что я достиг своими усилиями, своим умом. Это называется гордец. То есть такой человек, который слишком считает себя ответственным за все хорошее, что у него есть, он гордец, и Бог такого человека, он... прибивает, да, то есть мы видим, я, например, когда меня спрашивали в свое время, вот Стив Джобс, да, почему Стив Джобс так рано умер, потому что Стив Джобс, он был технологический гений, и он всему миру показал, что технология это главное, а потом оказалось, что он сам в 56 лет умер, и никакая технология ему не помогла, то есть когда человек, он гордец, когда он надменный, то Бог его в какой-то момент ломает и показывает ему, вот как сейчас было с коронавирусом, когда все там понты, вообще все, все страны, все там правительства, все самые блатные, самые важные, самые главные, медицина там вообще на высочайшем уровне, потом один какой-то новый вирус, вообще непонятный какой-то там коронавирус, вообще микроб, меньше микроба, да, бах, весь мир остановился. Весь мир остановился, и все правительства, заводы, фабрики, мощные экономики, планы роста, какие-то там предсказания. Аналитики с умными лицами рассказывали, что в этом году экономика вырастет на 8%, на 10%, на, там, на сколько процентов. Все оказалось впустую. То есть как только люди думали, что они, это называется, схватили Бога за бороду, да, и было такое какое-то выражение непонятное, так вот, Бог их прибивает, и здесь нам об этом царь Соломон сообщает, что дом вот этих вот гордецов надменных, он перевернется. Даже этот дом, это как бы кажется надежным таким вот, надежным строением. А теперь вторая часть отрывка, есть альмана. Альмана это вдова. Вдова это была самая социально незащищенная человек в... раньше, да, то есть были вдовы, никто за нее не заступится, все. И вот эти вот люди, которые обижали вдов, да, прямо в Торе написано, Бог сказал, я буду защищать вдову и сироту. Так вот, написано здесь, царь Соломон нам говорит, что тот, кто сдвигает, забирает что-то у вдовы, все равно Бог ей все это вернет. Опять же, Бог ей все это вернет, если она
тоже остается с Богом. Тут мы как раз сейчас будем читать в Шавот Мегилат Рут. И там как раз рассказывается история про вдову, про двух вдов получается. То есть была вдова в начале Наоми, был такой человек Элимелех. Он был очень богатый, жил в Израиле, потом начался голод. И он в этот момент, он не знал, что делать. Он видел, что он как лидер, он был один из лидеров еврейского народа, но он видел, что он же стал причиной того, что был голод, он не мог управлять народом, и народ начал грешить. И когда Элимелех увидел, что он не может ничего с этим сделать, и начался голод, он ушел в Моав. Он, двое сыновей и жена ушли в Моав. Значит, ушли они в Моавские степи. Кстати, я очень прошу сейчас Влад Косов и Яков Шатадин. Я когда-то делал тоже уроки с Малбимом на Мегилат Рут. Пожалуйста, найдите, где-то в Ютубе они есть. Есть серия моих уроков на Мегилат Рут, тоже с комментариями Малбима. Это просто открывает глаза на эту историю. Рут, она была моавитянка. В общем, она потом со своей свекровью на Наоми, она пришла в Израиль, она приняла диюр. То есть, поэтому читают дарование Торы. Оно бывает дарование Торы, которое было у народа Израиля, было дарование Торы 6-го Сивана, вот то, что мы сейчас будем праздновать. А есть личное дарование Торы, когда Рут, моавитянка, она сказала Наоми, что я куда ты, туда я, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. И она вместе с ней пришла в Израиль, и она была настолько верующая, настолько она была преданная Богу, что она удостоилась, что царь Давид – это ее внук. И Машиах, вот род царя Давида, это род, который, из которого придет Машиах и так далее, все это от Рут Моавитянки, которая приняла иудаизм, которая была вдова, и которая была Наоми, ее свекровь была вдова. И как Бог все это восстановил и вернул им их участок и так далее. Это очень, очень интересная вот как раз связь, что сегодня мы заканчиваем на этом отрывке, что Бог восстанавливает границу вдовы. И мы видим, как Бог не просто восстановил границу вдовы Рут Моавитянка и Наоми, Он от них сделал род, царский род, род царя Давида и род Машиаха. Это очень интересно, очень интересно. Хорошо, друзья, все, мы выучили три отрывка сегодня, очень полезные, как всегда. Это прямо реальные такие вещи, которые, если их понять, запомнить, и как говорится в 23-м отрывке, что «симха леиш бемаане пив» – радость для человека от слов, которые он отвечает в ответе уст его. «Ведавар бейто» – и когда вовремя ты вспомнишь какой-то отрывок из Торы, «мато». Вот я сейчас вспомнил, как комментарий на 25-й отрывок про границу вдовы Рут Моавитянку и Наоми, и мне прям очень хорошо на сердце, прям приятно, насколько это все соединено в Торе. Все. Так что удачи вам и успехов. Всем, всех с праздником. Завтра у нас урок будет, с Божьей помощью, в 10. А потом будет праздничный день, не будет урока, и суббота не будет урока. Все. Так что я вам очень советую, изучите, пожалуйста, Мегилат Рут. Это как раз вот в Шавуот читают эту книгу. Очень она вам прям поможет понять суть этого праздника. Все, удачи, успехов, всего хорошего. Все, всем пока.